В общем, век живи. Иногда ходи по старым местам. Ну вот, училась я в Мерзляковке, в училище. И всегда ходила вот по дорожке. Вот туда, вот туда. Вот здесь вот стояла палатка с мороженым, где мы себе покупали мороженое по два в день. Здесь всегда вот так вот был здоровый забор. За забором было непонятно что. Но тут была вот церковь. Сейчас посмотрю, может, опускает. Да, и вот напротив Пушкинская церковь, где они с Наташей венчались. Пойду зайду. Интересное сочетание. Вот это Ирина.
а здесь почему-то Константин. Почему? Он уже с Еленой всегда. Ты Дмитрий Донской, а вот это вот потрясающе какая-то. Какая-то древняя статуя вообще. Что нечто. Такое я не видел вообще никогда в русских церквях. Да, на колокольне. Это у нас алтарь. Он сам делает, да? Да, профессиональный художник. Как здорово, вообще красота. Я нашла Елену. И тут вот Константин. Святой царь. Святая царица Елена. Вот они. Вообще там чешские какие-то святые тоже есть, Вячеслава. Очень красиво, просто вообще потрясающе. Я так поняла, это современная роспись. Вижу, было все убито вообще напротив. Вот тут вообще. Чего музыкант, что нет, это с мешком мне тут нет. Вообще потрясающе. Я боялась, что не дадут снимать. Ну, спасибо, нет, никто не возмущался, все рассказали. Вообще классно. Спасибо всем. Вот они тоже, ангелы деревянные, делают этот, то, что там стоял, забыл, как она сказала. Они по кругу, по всем. Какая прелесть, тут на заборе. О, художник, молодец. Вообще супер, вот храм сам там стоит. Ну, как всегда, свалка, без нее никак. Ну, вот ребятки идут из училища. По нашей дорожке. Так тут это еще благое молчание. Ух ты. Это вот так. Это еще целая арт-композиция, оказывается. Давайте глядим. Да, вот. Я не заметила. Сейчас я сфотографирую еще. Наши экраны, чтобы все лезло. А вот еще икона тут. Мозаичная. Чудотворца. Ну да. Поворачиваем. Вот зелененький дом. Вот это училище. Святое место.